Ребят, ну у нас подготовка к выезду сейчас идет. Готовим машины, заливаем умывайки, технические жидкости. Вот сейчас зальем умывайку Эквимоли в дорогу. Пока до минус 25. У нас ближайший путь сейчас идет набережные Челны. Вот, обязательно заедем в Казань. Вот, посмотрим все красоты. Поэтому ждите нас там. Подсказывайте в комментариях, что стоит посмотреть в набережных Челнах, в Казани. И вообще по пути исследования нашей экспедиции. Весь путь исследования можно посмотреть на сайте moto.tv.ru. Там есть целый раздел, называется «Экспедиция всевездеходы России». И там прям трекер, где мы сейчас едем. Поэтому отслеживайте, смотрите и пишите комментарии. Ребят, ну что, чуть остается. Сейчас зальем умывачку и уже поедем. Мы уже погрузились. Сейчас заедем на завод ХСН в Чебоксарах. Это завод по производству экипировочки. Мы уже экипировались. У нас теплая обувь на Байкал. Так что погнали вперед! Ребят, ну что хочется сказать про вчерашний день. Мы были в Чебоксарах, у нас была культурная программа. Первое и, наверное, самое запоминающееся место, где мы были, это музей истории трактора. Но это не просто музей тракторов, это, наверное, музей, который собрал в себя историю, всемирную историю трактора, именно тракторостроения. Нам Альберт Николаевич рассказал историю вообще тракторостроения в принципе. То есть, начиная там от плугов, да, там самых простых, там, заканчивая современными тракторами, которые на радиоуправлении, то есть там техника высокоточного. Здесь постоянно либо 40, либо 60. Вот. Большая экспозиция, очень много тракторов. Попали, скажем так, в закрытые места, где не бывают обычные посетители, увидели сталинца. Увидели достаточно вооружение, да, самоходное, интересное, которое стоит, прожектора. И, конечно, сейчас директор музея восстанавливает Москве 402-й. Вот там старенький, ну, уже отреставрированный, отремонтированный, осталось буквально чуть-чуть. Вот, второе место, где мы были, это сеть кафе на ресторанов «Хочу пельмени». Огромный выбор пельменей. Ребята, если будете в Чебоксарах, также рекомендую туда зайти. Там действительно пельмени с чем хочешь. Хочешь с рыбой, с щукой, с угрем, с мясом, с бараниным. Есть 3 вида, 6 видов, 12. Ну, то есть очень вкусно готовят. Мы там прекрасно пообедали. Ну и, наверное, завершением нашего вечера было это набережная. Зашли, прогулялись по набережной. И вечером нас наши друзья, фитнес-центр Джуз, пригласили к себе, чтобы мы немножечко от дороги отошли. Вот, мы поплавали в бассейн, попарились в сауне, зашли в хамам. Ну, классно провели время. Ну и вечером уже поехали обратно домой. Сняли мы с трех комнат, полкомнатный номер, ценники 2500 рублей. То есть, ну, адекватный ценник абсолютно. Вот, шикарный номер нам получился. Вот, и вчера готовились именно к выезду. Готовили контент, пресс-релизы, поэтому все смотрите в сетях. Скоро уже будет все, покажем. Ролик, кстати, уже в монтаже по вчерашнему дню. И я думаю, он понравится и вашим детям, потому что там будет очень много тракторов. А мы погнали дальше. Но самое интересное только впереди. Песня, ну, в переводе с чебоксарского называется «Где ты?». То есть она полностью про нас. Уважаемые жители Чебоксаров, знаете, что вы разговариваете на чебоксарском. Да.
республики Мариэл. Вот впереди у нас Казань. Сейчас пока едем, ребята разрабатывают культурную программу, то есть куда мы заедем, про что мы будем рассказывать. Вот, пытаемся выцепить какие-нибудь очень интересные места. Скажем так, национальные, интересные, красивые. По-любому заедем в мечеть, по-любому заедем, там есть очень красивый мост. Вот, поэтому программа насыщенная. Идем. Что, ребят, гололед, прям жесткий гололед. Вот, идем километров 40, наверное, имейте это в виду. Кто движется в сторону. Слушай, ну, АБС наверх. У меня подрабатывает. Поэтому аккуратнее за рулем. Вот фура легла, и там еще на встречке там размолачивали тоже, что упало на ту сторону. Аккуратнее. Что случилось? Бензин кончился. Может, заправка. Ребят, мы прошли уже больше 1000 километров. Вот, дорога, конечно, после Казани стала достаточно жесткой. Жесткий гололед. Вот. Но машина справляется, погруженные. Периодами, конечно, горит АБС-ка, система курсовой устойчивости. Ну, потихонечку ползем, скидываемся до 60 и идем дальше. Вот так. Весь Кремль, собственно, и Кул-Шариф, мечеть, и дом земледельца. Вот, это все три основные достопримечательности. Ну и улица Баумана за нами, там сейчас назад, куда мы пойдем есть потом еще. Вот. Это прям самое интересное, прям. Вишенка наша всей сегодняшнего дня. Покушать. Вишенка покушать. Обязательно нужно покушать ихний. Еды национальные, их Сереж, на такой момент ты здесь уже был? Да, 10 лет назад мы были с ребятами, с друзьями в Казани. По-моему, дней 4-5. Вот, ну, в общем, нет, тогда как бы за такое количество дней можно много чего посмотреть. Ну, сколько дней нужно, чтобы вообще так хорошо посмотреть Казань? Ну, в целом, если, смотрите, выехать, например, на поезде в четверг вечером, да, взяв в пятницу выходной день, в пятницу утром вы здесь, 9, там, в 10 утра, то в целом, вот как бы до воскресенья вечера можно спокойно все посмотреть. Уикенд плюс пятница. Это вот прям оптимально. То есть и не наскучит, и не надоест, и прям. Да, вот... нет, на самом деле город не такой большой, не такой уж маленький, чтобы, знаете, как тут заскучать через день, но и не такой, чтобы тут не успеть все посмотреть там за неделю, например. То есть вот 3 дня для него в целом оптимально. Ну, опять-таки, по потребностям, по интересам. У кого что, кто-то любит там в музеях зависать там по 3 часа, а кто-то любит, наоборот, по городу там 10 часов днем погулять. Поэтому... Что у тебя с дикцией? Она так называется. Как? S-U-U. Мбике. Сююмбике. Сюю. 2 ю после С. Сююмбике. Мбике. Да. Сююмбике. Мама дорогая. Да. Сююмбике. Пока ребята тренируются в слова, даже не знаю, как это назвать. Сююмбике. Да, вот. Мы идем дальше, в общем. Я так вот. Я, к сожалению, сейчас не помню про нее подробности. Это очень как бы... Ну, я скажу так, что команда у меня супер, потому что практически все маршруты построены. Сережа знает очень много достопримечательностей. Вот, мы уже возвращаемся обратно, так как нам хочется очень кушать. Мы уже время... Сколько там? 4. 4, а мы еще даже не обедали. Когда я голодный, я вообще не соображаю. Я начинаю быть злым. Я плохо думаю, я у меня никаких мыслей нету. К вечеру я тоже буду злым. Если поел, сейчас мы не чуть-чуть пообедаем, а к вечеру уже время, тогда я тоже буду злым. Значит, тонкий намек, что пора покушать.
Мы будем очень за, очень не против. А я очень тонко намекаю, что пора перекусить. Можно чуть потолще, Виш, намекать? Голодный организатор, голодный оператор – это хуже всего. Это да. Ну, в общем, любимой супруге купил шоколадку. Это сказание. Made in Егорьевск, поржал. Думаю, ну, что делать? Знаем, где найти. Поэтому мою любимую супругу с днем рождения. Люблю, обожаю. Самое-самое-самое.